маленькие любители Алькалагни, мы продолжаем проходить игру Люциус. С добрым утром, Люциус. Ну что у нас здесь? Есть ли какая-нибудь новая подсказочка? Ничего интересного. Ну только тут не появился ли нож? Дурацкий бесполезный стол, и опять кто же здесь разбросал эти игрушки? Сволочи. Ничего интересного. Разбросанные игрушки. Да. Совсем забыл. Я как они, я не выключаю свет в своей комнате. Ненавижу этих сволочей. Так, ну надо посмотреть на карту, и куда же нам надо идти. Видимо, просто вниз. По нашему излюбленному пути. Нет, промахнулся. Вот сюда. Так, что же карта нам скажет дальше? Нам надо на улицу? Пойдемте на улицу. Я не знаю, где найти твое грязное белье, женщина. Так, лужа. Идеальное орудие для убийства. Да. Такого я раньше не видел. Какие у него отвратительные усы. Только за это он заслуживает смерти. Почему я должен отойти? Стоп. У нас же... Так, надо прочитать задание. Антонио. Антонио снова подстригает траву. Возможно, мне удастся каким-то образом сломать его газонокосилку. Интересно, почему она всегда выглядит так, будто только что пришел с дискотеки? Наверное, потому что он пришел с дискотеки. Так, что у нас есть? У нас есть камень. Хотя гаечный ключ скорее больше бы подошел. Неважно. Ну и как мне бросить камень? Почему я должен отойти? Как мне использовать камень? Стоп. Точно, я же с этим забыл про их систему. На земле должна быть отметка, вот. Угу. Он меня видит. Хорошо. Идеально. Так, что у нас здесь? Ничего ли нового не появилось? Ключ. Почему нам не нужен еще один? Ключи никогда не бывают лишними. Например, ключ можно было бы бросить под газонокосилку. Тогда он мог бы отлететь и убить меня. Нет, лучше я встану за дерево, чтобы камень, отлетая от газонокосилки, меня не убил. Ну? Эй! Где мой камень? Вот мой камень. Надо отойти за дерево. Здесь будет кто-нибудь проходить мимо, и камень отлетит в него и выбьет ему глаз. Его не успеют довести до скорой. Ну что же у нас здесь? Он пытается заставить газонокосилку снова заработать. Хорошо. Телекинез! Телекинез! Давай, давай, давай! Еще поближе к нему! Не получилось. Ему удалось избежать встречи с лезвием. Сволочь. А может, мы сможем контролировать его сознание?
Может, он сам самоубьется? Нет, надо заставить его все забыть. Но почему я не могу контролировать? Вот теперь могу. Значит, я взял его под контроль. Ну, вроде бы я взял его под контроль, а теперь... Как нет? Что происходит здесь? Почему сейчас получилось? А до этого не получалось? Идиотизм! Ладно. Этот... мир... сделай это. Давай. Девятая кровь! Да! Беги, Люциус! Беги! Это было не так сложно. Беги! Беги, Люциус! Тебя не должны видеть. I just couldn't wrap my head around everything, as if something was evading me. I resorted to the church for help. My hope was that they could visit the house and maybe help some of the people there, offer counsel, whatever it is priests do. I was wrong. Predictably, there was another accident, this time in the garden. One of the most bizarre things I had ever seen. I had no solid explanations, and the press were hounding the department for information. Those vultures were constantly circling the mansion. Everything in my world was falling apart. I was interviewing Charles Wagner on a daily basis now. He tried to tell me this was in a totally different realm. His father, Fabius, who I thought was a little batty, had gone missing by this stage. Everyone presumed he just took off to escape the stress. What's really going on, guys? Have we been cursed? Do we have enemies? Are we being extorted? Or is this some sort of vendetta? Don't talk such rubbish, Charles. You're grabbing at straws. I know enough about your past mob ties. I know how we got our money. You don't know shit. And don't ask. Just be thankful for what I've given you. Have you no feelings, Dad? Why didn't you come to Tom's funeral? He was a wastrel, and he died a wastrel's death. He was no son of mine. That's cold by any stretch. You're a heartless, bitter old man. Who's given you everything you could have ever possibly wanted, and now it's time for payback. There are events afoot which are far beyond anything you would understand. I'm gonna lose this election. My world is falling apart. Lucius won't speak. Nancy is losing her mind, and you're crazy too. We're all just pawns in the larger scheme of things. These people, they're just fodder for death's eventual scythe. You only need to play your role, Charles, and be a good boy. There are rewards for those who endure to the end. Good afternoon, Miss. I'm Father Lagle of the Winter Hill Diocese, and this is Father DiCosimo. We've heard of the unfortunate tribulations that have befallen this house, and we've come to offer a blessing for better days for this place. Would the master or mistress be home? Who is that? What?
Get the hell out of my house, bloody parasites! Take your skirts back to the poor mix in town. They'll swallow your Jesus crap. But get off my lawn, or I'll give you a reason to pray for your Easter bunnies. Peddle your tripe here on my property. Make sure they're let out those gates. Что это за хрен хочет влезть в мой дом? Ты поплатишься за это, урод. Просыпайся, Люциус. Кажется, он хочет биться головой о стену. Who are you? What are you doing here? Ah! You surprised me. I'm Wayne Preston from the Herald. I'd like a word with you about recent events here at Dante Manor. I'm willing to pay handsomely for information. Don't you know who I am? Oh! Mr. Wagner, I'm so sorry. I tried the doorbell, but there was no answer. It looked like it would rain, so I simply... You're trespassing. I could have you shot. Hey, wait now! Правильно сделал, дедушка. Правильно сделал. О, Люцифер, это снова ты. Привет. А, Люциус, what wonderfully gruesome offerings you have given to me. Now we must go on the march. We must continue with no looking back. There are those sniffing about, Lucius. They suspect. You must be on your guard. But now, it is time to teach you the greater skills, so that you can protect yourself if the need arises. Mm-hmm. Do you like to light fires, Lucius? Больше всего. Your daddy tells you not to play with matches, but I can show you a better way. Пять. Новое умение. Ух ты! Блин, да мы так дом спалим. Oh, that's very good. Как всегда. Не умер. Смотрите-ка. Ему, похоже, не нравится. Now listen to me, Lucius. This skill can only be used sometimes, and in the most extreme situations. Each time you make a sacrifice for me, you can attain this skill, but only for a short time, until the power dissipates. Будет сделано, мой мастер.
А в записке была надпись, что трава снова может расти. Эх, Люциусу не нравилось, когда стригут его траву. Предательство. Кто-то открыл дверь. Я всего лишь сплю. В ботинках. Но сплю. Дедушка. Come on, my boy. It's time we talked. So, you've been exploring, and you found the chamber. Well done, Lucius. Get your clothes on and meet me down there. Don't let anyone see you on the way. I noticed that not everyone is sleeping yet. Предательство. Дедушка разбудил меня. Он сказал, что мы должны встретиться в тайной комнате. Похоже, никто еще не спит. Мне нужно найти способ пройти мимо всех незамеченным. Мне поможет темнота. О да. Ну что ж. Будем двигаться в тайную комнату. На всякий случай выберем стирание памяти. Еще надо не забывать включать свет. Заперто. Заперто. Прямо пройти можно только тут. Мокро. Холодно. Ну у меня же есть способность стирать память. Разве нет? Сволочи. Ну ладно. Сейчас мы быстренько со всем разберемся. Надо еще не просто нажать, надо еще и удерживать пробел, чтобы пропустить ролик. Так, свет периодически гаснет. Гаснет, мы резко бежим вперед. Давай, свет, я жду. Телекинез, опять. Выключатель вон там. А что ты не дотягиваешь ей? Да, это было слишком быстро. Хорошо, сейчас будем совсем... Итак, мы снова здесь. Если телекинез нельзя использовать на свет, на люстру тоже нельзя. Может, на картины? А-а-а, печаль. Так. Попытка номер 4. Видели? Давайте попробуем. К чему бы это только приведет? Как? Антенна? Я здесь есть. Thank you.
чудом не увидела меня. Отлично. Теперь мы знаем, как здесь проходить. А, видимо, эта фигня у меня в руках. Мама, ты где? Хорошо, когда в доме нет света. Зачем что пошел? Мне же, по идее, вниз надо. Я только сейчас на втором этаже. Да нет, тут стоит волноваться. Заперта. Просто чтобы мне было непросто. Не люблю такой принцип. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тут не туда пошел. Ох. Отлично. Я стер ее воспоминания. Теперь она и забудет, что видела меня. Так. И здесь лестница тоже в другом конце дома. Вот где-то. Задачку задал. Ой, ох ты, господи! Ага, ну да, они тогда узнают, что я стирал память. Обидно, очень обидно. Ну ладно, сейчас мы совсем быстренько разберемся. Итак, я спустился вниз. Ну не подумайте, я тоже бегу на ощупь. Выйти через гараж. Полезно, тут сейчас есть. А, нам как раз сюда и надо, точно. Дедушка, я иду к тебе. То где это было? В подвале точно. Удачно сюда зашел. Вот. So you've been led here. You found the chamber. Well done, Lucius. My two dumbass kids played down in these cellars for years and never suspected a thing. I had this chamber built with a mansion, you know, back in the day. This is where it all happens, Lucius. This is the heart of Dante Manor. All sorts of things have happened here. I have entertained guests of the highest stature. Now is the time for you to discover your destiny. You have a calling, Lucius. I have been expecting you for much longer than you can imagine. My sons have been a disappointment to me. But it is you I have been waiting for. You will show us all the way. But you've been reckless in your learning, Lucius. Jeopardized everything. You've brought too much attention on us. And now we have to deal with it. You can't risk discovery. Don't worry. After we dispose of him the right way,
you will become much stronger. This is a holy place where the blood will work for us. Well, mainly for you. That's you, isn't it, my boy? Why don't you talk? Are you the prophecy? The master said he'll take his due from my bloodline. I'm sure you are what he meant. Get this table ready for the ritual while I find the correct scripture. Ну, наконец-то, хотя бы дедушка здесь адекватен. Да нет, он его даже не привязал. Тупой идиот. Если хочешь, чтобы все было сделано, ну, правильно, надо сделать это самому. Так, у меня есть веревка или нет? Веревка. Нет, зато у меня есть спички. Как бы мне его еще привязать? Так, я зажжу эти свечи. А эти нельзя, черт. Ну как мне его привязать? Хороший вопрос. Что у меня есть? У меня есть камень, я могу раздробить ему череп. У меня есть ручка, которую могу засунуть ему в нос и затолкать. Так же самой зубной щеткой. У меня есть... клей. Ну да, логично, его кусочки кожи потом будет не отодрать. Есть гвозди, кстати. Вот что нам не хватает. У нас нет гвоздей. Нам нужно срочно найти гвозди. Посторонись, дедушка. Hello, my boy. Уйди отсюда, старый хрыч, там наверняка есть гвозди. Слабак. Какие здесь еще есть активные предметы? Ну и... и как мне его привязать? Я заставлю дедушку привязать. Разум слишком силен. Зубная щетка мне вряд ли поможет сейчас. Так. Ключи. Ну, давайте попробуем. Слава богу, а то это был бы вред. Ну ладно. Так. Хорошо, сейчас будем разбираться на... А, стоп, нет, я что-то вижу на стене. Может, это как-то с этим связано? Нет. Это всего лишь надписи. Так, ну сейчас будем разбираться тогда на паузе. Не, я только что нашел ремень, висящий здесь. На стене. И привязал этого засранца. Без фонарика здесь не разобраться. О! Так тут чашки еще есть. И это отлично. Новая запись. Одна из чаш разбита, в нее нельзя налить кровь. Нужно ее починить. Где же я оставил клей? Кажется, в столе в учебной комнате в восточном крыле. Слава богу, мы уже взяли клей из парты. И сейчас мы все сделаем. Так, суперклей. Правой кнопкой мышки на него. Эта чашка не разбита, не разбита, а вот разбита. И у нас получается целая чашка. Отлично. Так, куда ее вопрос расположить? Надо выбрать чашу. Ну, и, видимо, вот так, да. А, нет, нет. Все, я понял. Там, где глаз, надо расположить глаз. Там, где вот эта фигня, надо расположить эту фигню.
Что? Тут у нас треугольничек. У нас есть два треугольничка, так что посмотрим, какой второй. Есть обычный треугольничек, так что вот сюда мы положим обычный треугольничек. Угу. Вот так. Ему кажется, что договор делает его моим другом, но он жестоко ошибается. И что теперь? Наконец-то у меня есть нож. Ох, да. Давай, сделай это. Я не буду марать руки. Чем-то мне это напоминает Декстера. Но Люциус, своими руками. Это некрасиво. Ты мог бы использовать телекинез, ты мог заставить его самого себя воткнуть этот нож. Но ты сделал это так. А, это грязно, Люциус. Нельзя пачкать свои руки. А теперь возьми нож обратно. What is this place? What the hell? Just let me go. Okay, little boy? Mm-mm. Как ты смог это сделать, уродец? Okay now. Let's just calm down and try and figure out what happened here. Давай, Люциус. Давай. А нет, мимо, Люциус! How the hell did you do that? It's the cross. That's what's affecting you. This will keep you at bay. Люциус, ты уже сделал 10 кровей. Уэйн переворачивает кресты, чтобы ослабить меня. Сейчас я ему покажу. Уэйн! Маньяк! Убийца! Ну, сейчас мы ему зададим. Но Люциус меня разочаровал в этот раз. Я даже не был рад десятой крови. Зачем было убивать дедушку? Это надо было сделать потом. Он бы избавился от тела, а потом дедушка бы умер от инфаркта. Я уверен, что телекинез у Люциуса достаточно прокачан. Ой, ну что ж, ждем на паузе загрузку. Маньяк и урод. Не смей трогать эти кресты. Одиннадцатая кровь! Но все же убивать своими руками не так приятно. Надо прочитать.
Ничего нового. Ясно. Может, вообще по заданиям что-то новое? Нет. Печаль. Ну что ж, Люциус. Надо сжечь этот дом дотла. Вместе со всеми. The Book of Leviathan, Anton LaVey, invocations to Satan? Prepare war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Jesus, Dad. What were you getting into? Nancy, I think Lucius might be cursed. It's the only explanation I can find. Dad has been missing for weeks, and it seems he was into some really crazy occult stuff. И почему проклятие? I can't rule out the possibility that my father had something to do with this. But we need to get Lucius to a psychologist to find out. He can't tell us anything himself. Oh my God, Charles! Have we not been through enough already? Вы еще не все пережили. Ну что ж, дорогие друзья. Я, конечно, был немного разочарован последними двумя смертями, но трех на один раз вполне достаточно. Так что всем удачи. Такие дела.